удар по воротам Месси наносит. Суарес добивает мяч. И на 56-й минуте Барселона выходит таки вперед в каталонском дерби и забивает гол Луис Суарес. Команды остались 10 на 10. Пространство, простора, наверное, побольше теперь на поле. И Барселона, конечно же, это обстоятельство умножает на свой класс и тут же выходит вперед. 15-й гол забивает Суарес в этом чемпионате. На левом фланге зарождается эта атака. Гризман здорово ворвался в штрафную, подыграл тут же Месси. Удар Месси был заблокирован. Да, вот выставил ногу Кабрера, но не стоял на месте Суарес. Он тут же бросается на мяч, опережая голкипера Диего Лопеса и поражая угол ворот Эспаньола 1.